уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Что, друзья, продолжим собирать и красить дальше и веку. Сегодня посидел ночью, приклеил травленочку на двери. Заинтересовали меня, что это за петли даются в инструкцию. И самое интересное, что залез в интернет, и все фотографии, которые я видел и век, были без этих штучек. Поэтому даже я не узнал, для чего они нужны. Но на Бокстаре коробки они тоже присутствуют. Вот, на дверях. А на реальных фотографиях машин я не нашел этого. Вот. Также приклеил надписи века. Ну, как видели, сделал тамиевским скотчем маски на стекла, закрывал стекла. Пользуюсь вот такими вот тамиевскими скотчами. Есть еще широкий для более больших поверхностей. Вот какие данные брызговики в наборе. Тоже хорошо, когда травленные, тоненькие, не то что когда с пластика. Вот, краски буду использовать белый XF2 матовый. Буду красить участки торпеды. Также салон буду красить XF5 Flat Green. И буду использовать в покраске XF1 матовую черную краску. Ей также задую ходовую. И некоторые части интерьера салона. Как я говорил в ранних частях, буду черным красить подголовники на креслах. И также торпеда будет черным цветом, руль черным цветом. Будем красить. Также хочу сегодня попробовать краску развести вот этим средством дешевым. Как я говорил в отдельном видео, очень хорошо очистила аэрографы от лака, от красок. Вот теперь мне просто интересно попробовать, может, этим средством смогу даже и развести краски. Ну, это будем пробовать через несколько минут. Все, начинаем делать. Не переключайтесь. Также вот, друзья, вот таким клеем я клею фототравление. Потому что спрашивали в комментариях, чем я клею фототравление. Вот, использую вот этот клей. Супер момент, профи плюс, универсальный секундный клей. Вот. Довольно-таки хороший клей. Вот этому тюбику уже, наверное, месяцев 8. Довольно надолго его хватает. Хорошо очень склеивает. Но, скажу, уже вот начинает немножко хуже склеивать детали. Надо ждать чуть-чуть больше, пока он просохнет, схватится, чем раньше. Раньше буквально моментально почти дотрагиваешься, он хватал фототравление, но сейчас немножко надо выдержать секунд 30-40. С одной стороны, это хорошо, можно передвинуть, переместить деталь куда-то, если вдруг неровно поставил, но немножко теряется уже его свойство. Начинаем красить.
Салон довольно-таки хорошо получается. Разводил краску вот этим средством. Разводит очень хорошо. Разводил краску Tamiya, как вы видели. Понравилось, как разводит, но один недостаток я выявил. Краска очень быстро высыхает. То есть, если разводить этим дешевеньким средством, видите, как это средство краску оттирает? Вообще моментально. Моментально на руках оттирает. Я даже вот не использую сегодня напальчники, ни рукавицы. Потому что как бы не жалко этим средством. Оно и антибактериальное, и отмывает хорошо. Вот. На чем я остановился, что в эту краску хорошо бы, может, если разводить, то добавлять Tamiyaвский райдер, или как он там правильно называется, для замедления высыхания краски использовать. Тогда, я думаю, с этим средством будет вообще классно красить. Ну что, будем теперь красить, сделаем маски. Здесь сделаем маски на сиденье и начнем красить в черный и матовый. Продолжаем. Закончил я с покраской
дал подсохнуть. Снимаю маски. Вот. С панели уже снял. Вот так вот получается. Ну что, друзья, разводил все краски вот этой жидкостью. Еще раз хочу вам показать. Отлично разводят. Отлично. Но я думаю, летом, когда будет жарко, сильно быстро высыхает. Сильно быстро сохнет. Может, кто посоветует, что можно добавить. Или может глицерин, или что-то. Или вот этот вот действительно томеевское средство, ретайдер. Добавлять надо, которое не дает краске быстро высыхать. Потому что очень быстро высыхает. Даже вот руки мою, моментально испаряется с рук. Но краску развело отлично, вот как говорю. Вот все красилось. Все красилось краской, разведенной септоцидом. Матовая красочка. Вот как получилось. Ну, я результатом доволен. Я результатом доволен. Как краска легла, как развелась. Разводил точно так же, как томиевской краской. Одна часть краски на 5 частей. На 5 частей растворителя этого. Вот, вот так вот получается. Надо будет покрыть лаком, наклеить декали, подправить немножко в салоне, потому что вот здесь я хорошо, когда сопла 0,2, здесь я задувал даже без масок, то есть хорошо, доволен я этим соплом, можно выполнять более тонкую работу. Краска хорошую матовость дала. То есть видно тут такое зеленое. Тяжело, конечно, зеленый цвет красить на зеленое, но краска хорошо легла на самом деле. Видно, что она матовая поверхность. Вот. Здесь вот брызговички поддул. Хорошие. Потом их закрою масками. Я доволен, ребята. Доволен, конечно, что этот дешевый септоцидр подошел для разведения красок. Можно будет, если когда закончится хороший растворитель, то можно на крайний случай всегда на какое-то время заменять этот растворитель. Смотрите следующие мои части. Спасибо вам, ребята, за просмотры. Спасибо за комментарии. Подписывайтесь, кто не подписался. Дальше будем собирать еще модели. Скоро будет лето. Займемся и рыбалкой, и активными хобби на природе. Поэтому, кому интересно, следите за видео, будем коптить на природе, будем готовить, делиться своими рецептами какими-либо, потому что хобби, как вы заметили, у меня много, я люблю и то, и то, и то. Мы занимаемся этим вместе с детьми, вместе всей семьей занимаемся, поэтому не сидим на месте. Дальше будет интересней. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Всех благ вам и вашим близким.